30 лет молдавскому флагу. 27 апреля 90 года, день в день, депутаты первого парламента одобрили оптимистичное сочетание сине-желто-красного триколора, и уже к вечеру яркий стяг реял над зданием нынешней администрации президента. Много с тех пор воды утекло, немало хорошего и не очень случилось под его сенью. Это странички истории, каждая из которых окрашена в один из трех цветов, вселяющих надежду. В правительстве день рождения одного из символов государства отметили торжественным подъемом флага. В послании президента, приуроченному ко дню государственного флага, говорится, что этот праздник – повод вспомнить о нашем вековом долге, всегда держаться вместе, помнить о высших ценностях и хранить независимость и суверенитет нашей Родины. Глава Кабмина тоже считает, что триколор несет мощное объединяющее послание. Честь – символ, который требуется у нас к попору, требуется ориентироваться при модернизации цели, при schimbarea lucrurilor în țară spre bine, ori, după cum am remarcat de multe ori, moldovenii sunt un popor destoinic, demn de o viață mai bună, de un viitor luminos și acest simbol al statului, care este tricolorul nostru, drapelul, sunt sigur, este acel element important în jurul căruia noi, ca cetățeni acestui stat independent, trebuie să ne mobilizăm, trebuie să ne unim și să mergem înainte. Este o mare, mare sărbătoare a statului Republica Moldova și eu vreau cu acest prilej să felicit toți cetățenii Republicii Moldova. В Министерстве обороны, во всех воинских частях и в подразделениях погранполиции утро началось с чествования государственного стяга. С соблюдением всех карантинных мер провели церемонию и спасатели с пожарными. По данным специалистов в геральдике, синий цвет на флаге означает надежду и стабильность, желтый – символ духовного роста и благосостояния, красный – вечный огонь, пролитый за свободу крови. Молдова отмечает День государственного флага с 2010 года.